Владимир Путин простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Для главы государства провели закрытую церемонию в морге Центральной клинической больницы за 2 дня до официальной гражданской панихиды. Ранее в Кремле сообщили, что президент не намерен посещать церемонию прощания в колонном зале Дома Союза в центре Москвы в субботу. Причиной такого решения назвали плотный рабочий график президента. При этом государство обещало обеспечить почетный караул и помочь с организацией похорон последнего советского лидера на Новодевичьем кладбище. Михаил Горбачев умер во вторник на 92-м году жизни после продолжительной болезни.